Всем доброе утро. Наверное, спустя, почему только Тафи? Пойдем обратно. Мы обычно до сюда ходим, все обратно. Пойдем. У нас тут воспитательные меры. Вот с этой сосиской. Ветер только сильный. Вот. В общем, он начал выпендриваться просто. Ну что, друзья, всем еще раз привет. Знаете, когда я сейчас начала монтировать этот ролик, я поняла, что был настолько сильный ветер, что ничего практически не разобрать из того, что я говорила. В общем, я вкратце расскажу. Мы пошли на прогулку с утра с Тафи и Сэдди. У нас есть несколько определенных маршрутов, по которым мы ходим. И у нас мы всегда доходим до определенной точки и возвращаемся. В общем, в этот раз Сэдди начал очень сопротивляться, хотя до конца маршрута оставалось совсем-совсем чуть-чуть. В общем, я его уговаривала, я его и подбадривала. После данного случая, как он будет выпендриваться? Ага, встреча на Иви. Давай, Тафи. И что? Ты же не хотел гулять. Как будто 100 лет не виделись. А ты же выпендриваешься. Так стой тут тогда. Вот ты стоишь на месте, вот и стой. Вечером заберем тебя. Так, подождите, вы сейчас меня уроните стоять. Так, теперь впереди паровоза идет. Так, все, с бобиками сладкими я погуляла. Пойду сейчас в Алберы схожу, мне там запас пришел. Марти, доброе утро. Да. Мой сладкий пирожочек. Ну ладно, все, я пошла. Блин, он же с 10, сейчас только 9:20. Ой, ну как вот так можно было пролопушарить? Причем я помню, что он с 10. Видимо, мне казалось, что уже 10. Мальчики, кто лопушок? Я лопушок, да. Ну вот, собственно говоря, 9:30. И мои сладкие пупсики. Ладно, пойду тогда позавтракаю. Я на кашку сварю. И кофе попью, да. Супер идея. Мы используем молоко пастеризованное, покупаем его сразу много. Вот, допустим, такие мы взяли, такие палеты. Получается, в одной упаковке 12 пачек молока. У нас таких 4 мы взяли. Они у нас хорошо уходят. И на кашу, и на капучино, и вот йогурт я делала недавно. Все, теперь надо обязательно промыть молочный блок. Нажимаем ОК. Да, и на завтрак, в общем, я решила не кашу делать, потому что я вспомнила, что я позавчера делала йогурт такой густой. И все из вот обычного молока. Просто раньше я покупала молоко, которое быстро портится, и думала, что только с ним может получиться йогурт. Ну вот, решила проэкспериментировать с ультрапастеризованным, и все отлично. Так, ну что, моя попытка номер 2 сходить до Валберса. Уже даже снег выпал. Здрасте. Здрасте. Ой. Идите пока. Какой снежочек хорошенький. Молодец, молодец, давай.
Ребенка, прости, пожалуйста, попорти получил. О, господи, ну, Марюня, ну, прости, лапонька, прости, пожалуйста, случайно. Вот, я еще хочу сесть так, чтобы было видны мои цветочки. Ну что, второй поход в Валберес оказался намного успешнее. Он был уже открыт, конечно же. И раз, и, собственно говоря, два. 2 килограмма. На этот раз я взяла 2 килограмма. Кстати, у них поменялся дизайн. В общем, кто помнит, примерно, мне кажется, месяц назад я приобрела вот такой вот кислородный очиститель. И совместно с вами мы проводили разные эксперименты. Мы чистили одежду, это были кухонные полотенца, супергрязный фартук, потом резинки от обуви и сковородку. Собственно говоря, далее также проводила эксперименты, я их не снимала, я чистила ванной слив. Сегодня мы будем продолжать эксперименты с этим порошком, но единственное, что здесь у меня он уже практически закончился, совсем-совсем чуть-чуть. И так как данный кислородный очиститель от фирмы Brand Free мне очень понравился, я заказала себе новую партию, решила взять сразу 2 килограмма. 2 килограмма у них приходит как 2 отдельные пачки, у них новый дизайн. Мне очень нравится, что все лаконично, просто. Здесь вот есть небольшая инструкция. Также всю инструкцию я изучала в карточке товара. Приобрести данное средство можно на Озоне или на Валберсе. Я брала на Валберсе. Давайте ее откроем. Мне очень понравилось в работе это средство. Самое главное, что он универсальный. У него есть очень много различных применений. Также он гипоаллергенный, без запаха и хлора. Итак, первый эксперимент у нас будет под названием вилки. Когда мы сюда приехали, они здесь уже были, но мы ими не пользовались. У нас есть свои обычные икеевские вилки, но когда к нам приходят гости, нам вилок, к сожалению, не хватает. Вот эти мы, к сожалению, не можем на стол поставить, потому что, ну, сами понимаете, они выглядят не очень. Я их мыла в посудомойке, им ничего не помогало, поэтому у меня появилась идея попробовать их очистить с помощью вот этого очистителя от фирмы Brand Free. Первым делом я ставлю чайник, так как мне нужна очень горячая вода. Единственное, я не знаю состав этих вилок, мне даже не у кого спросить. В общем, если в составе есть медь или алюминий, то данное средство не подходит, и они могут, наоборот, потемнеть. Сначала высыпаем порошок. Только теперь заливаем воду. У нас происходит реакция. Все, оставляю на 20 минут. Теперь я буду прочищать трубу на кухне. После прочистки я уже буду мыть здесь раковину тоже порошком. 1 или 2 столовые ложки засыпаю. Вот, я заливаю не кипятком, я заливаю просто горячей водой. Все, оставляю на полчаса. Так, ну что, полчаса прошло, теперь заливаю просто водой. А, посмотрите, какое пятно. Я когда заливала водой горячей, у меня выходила пена, ну и получается порошок вот здесь попадал. И посмотрите, какой он чистый. Я в шоке. Раковину мы дальше помоем, естественно, но сначала у меня будет еще один эксперимент. У меня ковшик, который я пыталась все очистить, но ведь все равно какая-то часть нагара. Вот. Ну, я его и вручную мою, и в посудомойку ставлю. Но все равно вот это он у меня как бы идеально чистый считается. Вот сейчас мы попробуем тоже с помощью порошка. К сожалению, затычки у меня нету, но когда у меня какая-то посуда плоская стоит, туда не будет вытекать, потому что мне нужно, чтобы еще обработала здесь. Ну и заодно и раковина. Вот эту штучку тоже почистим. Было 2 в 1 сразу. Но я надеюсь, что туда ничего не будет вытекать, иначе мне придется это перекладывать куда-то. Нет, не вытекай, не вытекай слив. Все-таки надо в какую-то тару было поставить, потому что боковушки не затронуты. Вода все равно уходит. Ну а пока пойдем посмотрим на вилку. Так, ну что? Слушайте, очень, очень неплохо. Их надо будет еще промыть. Единственное, я вижу, что вот эта вот часть, она темнее. Потому что, видите, вода заканчивается как раз здесь. Вот. О, но все равно, посмотрите, как они блестят. Они же вообще были какие-то желтого цвета. Вы посмотрите. Мне кажется, в зеркало можно на нее смотреть. Раковина очень чистая. Вообще просто как новая. Вот наши вилочки. Повторюсь, так как она была погружена не полностью в раствор, а вот по кончике, кончики остались такие вот темненькие. Но мне кажется, для первого раза супер.
Но то, что было до и то, что стало, мне кажется, это просто супер результат. И вот наша чистейшая, блестящая кастрюлька. Вот дно полностью очистилось. Что, в очередной раз мы убедились, что данное средство действительно работает. Полностью довольны сегодняшними результатами, сегодняшними экспериментами. Кто еще не пробовал этот действительно чудо-чиститель, я правда вам рекомендую. Средство реально крутое, а особенно мне нравится его цена. Ну, а ссылочку оставлю в описании под этим видео. Смотрите, я сейчас закрываю дверь. Вы сейчас увидите, что они будут делать. Здрасте. Идите играйте. Играйте на улице. Погода хорошая. Собственно говоря, все с вами понятно. Салат. Ребята, я, в общем, пришла домой. Ездила в город по делам. Да. И значит, я когда зашла, увидела следующую картину. Что ты меня опять успокаиваешь? Да я вроде спокойна. Я просто немного не поняла прикола. Значит, у нас всегда кровать заправлена. И вот, как мы видим, с моей стороны сама это на полу. Штаны на полу. Ну, а как вам такое? И Багира, главное, такая лежит. Смотрите, такая королевна. Кстати, это что такое? И эту вытащил. Я специально сюда ее положила. Думала, не будет трогать. Да, конечно, знаю я, что это ты. Вот камеру Стас убрал пока что. Я даже не знаю, честно, где она. В общем, там что-то, то ли он ее хотел починить. Короче, я не знаю, он ее убрал, ее нету. И нам даже не посмотреть, что эта сосиска сделала. Сэдди, как это понимать-то? И радостные, главное, такие. И радостные такие вообще. Бессовестные морды, чистые подушки уронили на пол, на шерстяной пол в нашем случае, потому что у нас четверо питомцев. Да? Вам так скучно было? Очень скучно, да? Бессовестная морда. Да.